Вот такой вот у нас варится красивый бульончик. Настало время его посолить. Ну вот, пока мы тут все перемалывали, наши перепелочки и сварились. Смотрите, на какой показатель. Навела, так не знаю, понятно, нет. Но видно, что красиво. Ну, да. А вот наш... Были мы на днях в одном грузинском заведении, заказали там, среди прочего, сациви. Нам не понравилось, да, и поэтому, друзья, сегодня мы пришли на кухню, и мы готовим сациви из перепелов. Традиционно, надо сказать, что сациви готовится из куриной грудки, но мы готовим из перепелов, потому что грудка, друзья, как и все остальное мясо, у перепелов гораздо сочнее, чем у курицы. Взяли мы для этого десяток наших перепелов. Вот, посмотрите, это просто как бы охлажденные тушки. Просто охлажденные тушки. И мы, пока суть до дела, поставим их вариться. Нам нужен бульон и нам нужно мясо. Прикидаем для этого перепелов в кастрюлю. Все кастрюли у нас везде, по всяким нашим фермам и прочим ресторанам. Все везде, поэтому нашли, какую нашли. Туда же кинем одну небольшую луковицу. Зальем все это дело холодной водой. И поставим вариться. За окном у нас сегодня погода такая вот достаточно мерзковатая, осенняя, да, там такой снег с дождем. Сейчас начало ноября, и хочу сказать хозяйкам на заметку, что вот это вот блюдо, как закуска, среди прочих, прекрасно подойдет для новогоднего стола, чтобы порадовать и удивить любимых, порадовать и удивить гостей. Зажигаем газ, отправляем перепелов греться. Что нам понадобится для сациви? Собственно, перепела, как я уже сказал, да, там мы взяли 10, можно брать меньше, можно брать больше, но мы взяли 10, потому что я знаю, что получится очень вкусно, соответственно, чтобы всем хватило. Может, ты такой сначала 7, может быть, такой, нет, 10. Дальше, смотрите, 2-3 там зубчика чеснока. Пара небольших или одна покрупнее луковица, пучок петрушки небольшой. Вот это вот у нас 2 куриных яйца, да, в пересчете на перепелины, и смотрите, мы их сразу уже выбили, приготовили. Десяток. Это условно десяток, там, да, плюс-минус яиц. Непременный ингредиент сациви, это, конечно, грецкий орех, и грузинская приправа хмели-сунели, мы ее будем добавлять по вкусу, продается она практически везде, в любом супермаркете, ну и, в общем-то, проблем с ее покупкой ни у кого возникнуть не должно. Дальше у нас в моей любимой ступке немножко черного перца, ну и, как говорится, соль. Соль, она везде соль нужна. Соль у нас крутая. Соль у нас крутая, как и все остальное. Да, соль мы специально возим с озера Баскунчак. Привет, Астраханская область, астраханцы нас поймут. Ну и, собственно, первое, что нам надо сделать, да, это пока варятся перепела, я поступлю сейчас как настоящая женщина, то есть не буду просто тупо сидеть и ждать, пока перепела варятся, мы пока приготовим все остальное. Для начала мы нарежем и обжарим луковицу, да. Нам пригодится жареная луковица, как ее резать абсолютно не важно, потому что в итоге мы все равно ее будем перемалывать через мясорубку. Поэтому достаточно крупно я ее режу. Тороплюсь зачем-то, поэтому вот у меня тут очень аккуратно. Ты меня напоминаешь, Сань. Ну вот, сейчас мы ее порежем и будем обжаривать. Вот у нас шкварчит лучок на сковородке. Глядя на перепелок, которые вот у нас начали вариться, могу вам сказать, что мы настолько уже отвыкли вот от покупных этих всех куриц и так далее, что вообще не понимаем, какой у них вкус, да? Здесь я знаю точно, что все будет очень вкусно, в частности потому, что я говорил, что перепелка, она гораздо сочнее, да, грудка у нее, чем у курицы. Во-вторых, конечно, это то, что вот волшебное слово «наше», да, «наше». Могу сказать, что это не только «наше», если это и «ваше» тоже, если у вас, например, нет перепелов еще, да, то у вас есть 2 пути. Первый из них – это развести перепелов с нашей помощью. Если кто из вас смотрит нас недавно или первый раз, то у нас есть много филиалов, да, достаточно уже по стране мы ширимся и растем. Филиалы у нас есть по Московской области, это Химки, Кубинка, Яхрома и Орехово-Зуево. У нас есть филиал в Санкт-Петербурге, Питеру привет. У нас есть филиал в Новосибирске, а также в Новороссийске с недавних пор. И мы его назвали с помощью наших
франчайзе Руслана и Елены. Очень красиво, мои перепела, Черное море. Сразу навевает на прекрасные мысли. Вот, у нас здесь не Черное море, все у нас здесь хорошо, но моря у нас здесь совсем нет. Пока у нас здесь просто ноябрь, и мы готовим перепелов. Если у вас нет перепелов, и вы их не собираетесь заводить, да, как говорится, нет перепелов, нет проблем, да, такая вот у нас штука, то, пожалуйста, можете купить уже готовые тушки на любой из наших точек продаж, в любом из наших филиалов, все ссылки под этим видео. Вот, лучок мы жарим, как бы так это не особенно, слегка. Да? Слегка, да, чтобы просто он вот немножко попрозрачнел, спастируем, скажем так. Дальше, смотрите, про перепелов. Мы всегда используем только молоденьких перепелов для наших разных блюд, да? Варится им максимум 30 минут, я бы сказал даже 20-30. После кипения. После того, как закипят. Солим мы обычно за 5 минут до окончания уже варки. Так они как бы получаются вкуснее, так они быстрее готовятся. Так, ну вот, лучок готов. Пора нам отправляться к мясорубке. И первое, что нам нужно сделать, это перемолоть наши грецкие орешки. Напоминаю, взяли мы 300 грамм грецких орешков на вот это количество. Если будете готовить там аналог из курицы, то на одну курицу надо вам 150-200 грамм орешков. Я имею в виду на одну большую куриную грудку. Орешки перемалываются. Мы за этим наблюдаем. Как я уже сказал, первым делом мы перемалываем орехи. Перемалываем орехи. Ну вот, практически готово. Дальше у нас вот пойдет петрушка. Петрушка вот у нас такой небольшой пучок. Вот эти вот хвосты нам не нужны. Давайте мы их с вами отломаем и кинем, например, в бульон. Да, там они у нас пригодятся. Там они у нас пригодятся. Дальше мы пока остановим. Орешки мы смешаем с петрушкой. С петрушкой. С чесноком. И с обжаренным ранее луком. Горячее у нас. Полотенце возьму. С обжаренным ранее луком. И все это вместе опять отправим в мясорубку. Перемалываем заново. Нам вот орехи, да, надо перемолоть несколько в итоге раз, для того, чтобы у нас они отдали как бы все это свое масло и получились такой вот тонкой-тонкой фракцией. Если петрушка у вас крупная, можете ее, конечно, порезать предварительно. У нас она была такая мелкая, мы ее просто так кинули. Она сейчас скоро полезет у нас уже, вот видите. Потом мы все это дело еще 100 раз перемешаем. Итак, у нас здесь лук, чеснок, грецкий орех, петрушка, да? Лук, чеснок, грецкий орех, петрушка. Ну и перемалываем просто, жрем, смотрим, не забываем смотреть на бульон. Вот он как раз закипает. Он у нас скоро уже там помутнел, скоро закипит. Закипит, мы снимем пенку, уменьшим газ. Ну а пока вот смотрим за окошко, смотрим на орешки, смотрим на лучок. Вот мы перемололи второй раз, тем временем у нас закипел бульон, мы снимаем пенку, уменьшили нагрев. Пусть у нас все вот это вот варится, да? Пока еще не солили. Посолим за 5 минут до окончания. Они уже вон какие пухленькие стали. Думаешь, они распухли от этого? Не знаю. Смотри, какая грудка. Класс. Так, ну это мы сейчас сделаем все за кадром остальное. Смотрите. Мы, так, это мы сюда положим пока. Вот мы, как я уже сказал, второй раз перемололи. Получается вот у нас такая масса. Сейчас я вам ее разверну вот таким вот образом. Вот мы ее вывалили. Вывалили. Теперь мы добавляем яйцо.
Все это дело перемешаем. И еще раз перемалываем. И это у нас уже будет как бы крайний раз. Да? Получается три раза все общее три раза, количество. В общем, да? Да. Все это дело размешиваем. И вот я еще хочу обратить внимание, что бульон покрывает, вода покрывает. Нам птичек. Не нужно в этом блюде, да, очень много бульона, да, но он, может быть, еще вполне вероятно останется, потому что мы вот эту массу, но это покажем попозже, мы ее будем до определенной консистенции размешивать. Вот, соответственно, бульона не так много. Мы так давно не делали просто. Уже... Да, и вот, знаете, нам вот сложно достаточно с ресторанами, да, то есть не сочтите за хвастовство, но у нас всегда вот все так вкусно, что у нас всегда, да, вот в ресторанах не всегда, независимо от того, да, мы так захотели, заказали и обломались. Потом, а почему бы нам самим снова не сделать? На нашем канале у вас на самом деле, вот мы сейчас, у нас готовится студия, да, на кухне не очень удобно часто все это делать. Достаточно часто будут выходить, скажем так, видео именно кулинарные. Готовить мы будем вообще абсолютно разные блюда, да, от тайских до каких, не знаю, грузинских, чилийских и так далее. Вот, ну что, ставим плошку, третий раз перемалываем. Вот такой вот у нас варится красивый бульончик. Настало время его посолить. Отправим мы для... Вот, посоли, покажи соль какая. Видите, она не сильно белая. Такая вот, короче, натуральная. Прямо вот настоящая. Как бы сейчас сказали маркетологи, живая соль, да? Ну вот, пару чайных ложек мы туда отправим для начала. Я думаю, дальше по вкусу там разберемся. Вот, тут у нас красивый бульончик. А тут у нас, смотрите, вот такое пока... Не очень приглядное месиво, да, такой вот у нас фарш здесь. Но ничего, все будет очень красиво, все будет очень вкусно. Дайте, как говорится, немножко времени. Мы их тут иногда помешиваем, потому что мы их, конечно, от жадности напихали на такую кастрюльку 10 штук. Вот, они пытаются из нее выпрыгнуть, но, как говорится, поздно. Ну вот, пока мы тут все перемалывали, наши перепелочки и сварились. Смотрите, какой показатель. Вот на ножках мясо вот отошло, немножко как бы задралось, видите, да? Значит, уже все готово. Переваривать, еще раз скажу, их ни в коем случае не нужно, потому что они нам нужны кусочками в нашем сациве. И вот мы выключаем нагрев. Сейчас мы их поставим, я их вытащу из бульона. Вытащу из бульона дуршлаг. Бульон потом нам пригодится. Вот у нас здесь дуршлаг. Перепелочек достаем. У меня такое ощущение, что они еще увеличились, да? А еще на меня. Потому что они раздулись. Красивый бульон получился. Желтенький, смотрите. С зеленоватым отливом от петрушки, да? Ну это ладно. Это нам не помешает. Прям хочется даже бульончик такого попить. Давай красиво покажем, да, повертим. Немножко фудпорн, есть такой хэштег фудпорн, да. Добавим немножко в это видео. Ну тоже, они, видишь, некоторые потолще, некоторые поменьше, как и всегда. Выльем ей бульон из брюха. Вот, мы одну на самом деле надрезали, попробовали, да, все хорошо, как бы кондиция та, которая нужна, то есть она уже мягкая, но она еще не переваренная, скажем так. Вот, бульон у нас остался. Дальше мы это все дело немножко охладим, чтобы нам не обжечься, да, и продолжим. Вот они, наши красивые перепелочки лежат на блюде. Как говорится, перепелки отдельно, бульон отдельно. Бульон мы сейчас процедим, не процедим, в смысле там вот вообще процедим, да, просто как бы, чтобы избавиться от этих вот палок и луковицы. Просто пропустим через дуршлаг. Пропустим через дуршлаг. Поместится, не поместится? Поместится.
поместится. Вот, так, это мы сейчас уберем. Дайте мне ложку. Кастрюлю сейчас сполоснем и будем складывать в нее мясо. Останови. Вот он наш красивый бульон. Он нам пригодится чуть позже. В том углу там уже все приготовлено. Покажи цвет его. Вообще, да, я уж навела, так не знаю, нет. Но видно, что красиво. Ну, да. А вот наши перепелочки. И наша задача сейчас их раздербанить, уже приготовив, приведя их в окончательный вид уже для нашего блюда, для нашего сациви. Берем перепелочку, отрываем у нее конечности. Вот окорочка. Отрываем крылышки. Тут на самом деле это как бы ваша воля, скажем так, ваше желание, да, например, снимать кожу, не снимать, использовать, например, лапки в сациве или нет, или использовать их для другого отдельного блюда, да. Вот мы оторвали крылышки. Дальше мы как бы вскрываем, как раку ей, капот. У нас остается вот это. Мы кожу снимаем, нам кожа в этом блюде не нужна. Вот, дальше мы отделяем грудку от костей. Показываешь, Таир? Да. Она у нас горячая просто еще. Я тут немножко медленно вынимаем вот эту вот кость. У нас получается две части грудки. Две части грудки. Сейчас я выну. Дальше нам надо ее просто разрезать. Все вынули. Там вот еще одна косточка. Разрезать таким образом вот эту вот кость, которая на котлетах по-киевски, да? Угу. Треугольная. Короче, разрезать надо примерно одинаковыми кусочками. Никакой особой не нужно нам вот одинаковости, да? Но нам нужно так, чтобы потом нам удобно это брать было столовой ложкой. То есть мы достаточно крупно режем, достаточно крупно. Вот такие куски будут нормально. Вот такие вот. Так. Кость у нас тут еще осталась. Маленькая. Это мы отправим собачкам нашим. Или кому? Деткам. Кого ты отправишь? Вот это ты отправишь? Нет, это мы в сациве. Ножки мы на самом деле, вот окорочка тоже сюда отправим. Вот на самом деле, вот по мне бы, я бы прямо так ножками туда бы вот, в этот соус. Ну, на самом деле, не очень хорошо вот с костями. Мне кажется, вкусно. Ну, кто как любит, давай так вот решим, да. Кто-то хочет косточки обгладывать. Просто в соусе потом это не очень удобно. Не очень удобно. Я просто ножки люблю. Хорошо, это не запрещено законодательством. Ну и так вот мы за веселой болтовнёй, в общем-то, да, продолжаем их дербанить. Где-то у нас еще один окорочок. Вот он, крылышки уж, простите, я не буду уж туда. Это уже Ира у нас любит что-нибудь погрызть, вот такие всякие косточки, да, поэтому мы ее потом и попросим их уже утилизировать, да? Саш, это как-то я не очень кости употребляю вообще-то. Ну ничего. Есть такие деятели, ну, когда жареную перепелку прям едят целиком. Вот таким вот образом, да, получилось у нас, смотрите, такая вот, кто говорил, нечего есть, приличная с перепелочки кучка. Причем мы особо тут как бы не это самое, особо не старались. Вот у нас тут еще есть где порезвиться. Вот, продолжаем вторую. Ну и таким образом вот этот десяток мы сейчас отправим в кастрюльку. Отправим в кастрюльку. Вот они получились, наши перепелочки. Покажи, пожалуйста, Ир. Лежат они в кастрюле, мы на них глядим, облизываемся, никому их не даем, потому что сейчас мы займемся соусом. Вот она наша, это вот жижа. Субстанция. Субстанция, которую вот мы намешали три раза, перемалывая. Вот, сняли, мы убрали мясорубку, вот такой вот поставили эту болталку, не знаю, как она называется правильно. Тестомешалка вообще-то. Можно перемешивать вручную. Мы вот такой штукой это делаем привычно. На небольшой скорости мы начинаем потихоньку добавлять бульон. Нормально видно? Включить свет, может быть, Ир? Давай свет включи здесь. О, хорошо, да. Ага. Потихонечку, никуда не торопясь. Грузинская кухня вообще не любит торопыжничество. На этом же этапе мы добавляем специи. Специи у нас это соль,
Это у нас черный перец, это у нас хмели сунели. Там вот, где моя ступочка любимая. Сейчас я немножко потолку. Напомню, Ира мне притащила эту ступку из Таиланда когда-то давно. Вот, я с тех пор ей пользуюсь. Толку тут или толчу, как правильно? Толчу. Толчу, да, как Ира говорит. Все, что не попадя. Натолчи мне, пожалуйста, перца. Вот такая вот штука. Соль у нас есть, все у нас есть. Вообще есть такая, на самом деле, приправа, она прям называется для сациви, да? Но она когда есть, когда нет, в общем-то, без нее тоже все получается нормально. Вот она у нас бурчит, у нас такая должна получиться консистенция такой жиденькой сметаны. Жиденькой сметаны. Немножко дадим туда перца. Ну, это на вкус. На самом деле, вот там хмели сунели может достаточно много. Где-то у нас ложечка здесь есть. Я прямо вот сразу добавлю там пару ложек, например. Это как с этим, с паприкой. Переборщить сложно. Наш прозрачный бульончик потихонечку добавляем. Не знаю, угадал я, не угадал с этой мешалкой. Можно, конечно, поставить и другую, да, Ира? Да, да. Сейчас я вот такую вот возьму, поставлю. Потому что это как-то мне не очень нравится, как она перемешивает. Все, тут зажало у нас. Это уже не бросим, вот такую поставим. Вот так вот будет хорошо. Ну и пусть она себе взбалтывает, да, потихоньку. Сколько по времени? Ну не знаю, минут 5-10. Но потом все это дело будем нагревать. И за счет того, что у нас там есть яйцо, все это дело у нас немножко загустеет. Можно, конечно, добавить туда и муки. Мы муку добавлять не будем. Но, в принципе, пусть она и жидковатая останется, это не страшно. Но на самом деле она особо жидкая, она не будет, она нормально загустеет. Ну, минут 10 болтаем. Ну вот, болтаем, я имею в виду, мы-то болтаем на жиже, это наше перемешивается. Наш этот соус великолепный. Все, хватит. Все это дело мы достаем и заливаем наших перепелок. Вот такая у нас получилась субстанция с зелеными вкраплениями петрушки, с вкраплениями нашей приправы. Так, какую сторону здесь лить? И вот все это дело мы заливаем. Залили. Это дело мы отправляем и ставим это дело подогреваться. Наша цель — довести это все до кипения. Это уже у нас сациви. Мы доведем его до кипения. Вот с чего выключим. Сейчас помешивать нам надо. Надо помешивать. Ир, понюхать уже можешь. Сейчас, давайте сначала размешаем. Все здесь хорошо. У нас, Миша, смотрите, постоянно же надо сейчас вот. Да, постоянно перемешивать. У нас получилось примерно мы половину извели нашего бульона. Вот у нас осталась половина, да? Великолепный нам остался бульон. Деткам, взрослым, всем полезен. Деткам особенно вот вермишельки туда. Яичко вареное. И вот, мне кажется, любой детеныш просто на ура. Всем полезен наш бульон. Пей, и будешь чемпион. Греем, короче, в общем, греем. Помешиваем. Смотрите, все, что нам осталось, наше блюдо практически готово. Как видите, ничего сложного в нем нет, да? Простейшие ингредиенты, простейшая технология. В итоге все очень вкусно. Мы его сейчас доведем до кипения, выключим и оставим остужаться. Настояться ему нужно минимум 3 часа. После чего приятного аппетита.
Вот она у нас закипает, практически все готово. Смотрите, вот почему я говорил, что не должна быть перепелка переваренной. Потому что мы вот сейчас греем, постоянно помешивая. И если бы она у нас была переварена, она бы вся у нас развалилась уже на волокна. Но она у нас, вот видите, остается нужными нам кусочками, что нам и требуется. На этом все. Блюдо готово. Затратили мы примерно для его приготовления час. Здесь вот из этих 10 перепелок, даже не знаю сколько, порций 20, наверное, да? Ну да, это очень сытное блюдо на закуска, сытное очень. Поэтому там 100-150 грамм этого на взрослого человека вполне достаточно. Все, выключаем. Сейчас мы ее выставим куда-то остужаться. Дальше покажем, как это будет красиво уже на столе. Ну, все выдержали, никто ничего не съел, пока все остывало, пока все настаивалось. Потому что ты спрятал. Самое время попробовать. Вот такая вот у нас загустевшая штука. Немножко положим. Пробуем? Да. Сначала я, наверное, да? Ну, ты как самый главный. Все хорошо. Давай, дорогая. Давай я сама так возьму. Нет слов, они жесты. Это очень вкусно. Приятного аппетита. Оставайтесь с нами как минимум вкусно.